На улице холодает, а значит, скоро завершится сезон тенниса на открытых площадках. Поймать последние теплые деньки успели на первенстве Приморья. Эти массовые соревнования традиционно принимают корты на Тополиной аллее. В этот раз грунтовые площадки собрали юных спортсменов со всех уголков Дальнего Востока. Около 80 участников. Возраст у нас есть маленькие дети, 9-10 лет. И основные участники – это до 13 лет девочки и мальчики, и до 17 лет юноши и девушки. Ребята, как и всегда, собрались опытные. Несмотря на маленький возраст, спортсмены уже имеют в своих копилках весомые награды и большой перечень турниров, где они успели засветиться. Некоторые юнцы даже умудряются накапливать рейтинг российского теннисного тура и попадать в топы по всей стране. Начал я заниматься с 6 лет. Я решил пойти в этот спорт вместе с родителями, то есть они мне предложили. Я 2 раза участвовал на чемпионате России. Один раз мне только удалось выиграть 22-го в рейтинге России. Интерес к теннису у приморской молодежи стабильный. Особые всплески популярности можно заметить после крупных мировых турниров и Олимпийских игр. И вот в такие периоды, увы, всплывает давняя, извечная проблема местного тенниса. У нас 4-5 кортов на весь город. Они просто загружены выше головы. Если летом мы еще можем играть на открытом воздухе, но опять это погода, то зимний период просто катастрофа. Тем не менее, каждый год у местных спортсменов получается довольно насыщенным и разнообразным. В конце сентября теннисистов ждет еще один городской турнир на открытых кортах. А уже следующие выездные соревнования, Кубок губернатора Хабаровского края, пройдут в крытых площадках и ознаменуют начало зимнего сезона. Максим Яковлев, Сергей Тулатиев. Новости спорта на 8.